I'm good. Никого нету. Ты что, в его шорты, что ли, одел? Ну, давай. Я в этих шортах бы плавал сейчас. Ну что, ребятушки, вот, смотрите, кто тут. У нас появился Сэн. Серега. Давай-давай, отписывайся, как тебя там. Всем приятно, приятно, привет. Нет никого такого с нами. Это Гошан, принц Георгий. Это Сереженька. О, что ты такой крутой, какие банки тебе. Ой, я себя тут показываю. Ну, давай. Ну, давай. Что? Короче, мы ужинаем. И хотела чисто приколоться, на самом деле, показать вам. Приехал только сегодня от мамы. Вот. Дядя Сережа, привет. Так. Короче. Все, кто пишет такую херню, и сразу же идут в бан. Так я хотела показать вам, насколько прикольно мы собрались поужинать. Насколько прикольно жить втроём. Шесть рук. Сереж, ты как-то не видишь, что ли? Покажи всем вот это. Ну, котик, ну прости меня, пожалуйста. Покажи всем. Ну, пожалуйста. Ударила Сереженька. Ну, а чем она тебя ударила? Случайно. Ну, короче, смотрите, ребят. Гошан теперь живет с нами. Мы будем втроем. И питаемся мы теперь очень круто. У нас у каждого есть полочка. Вот, смотрите. Вот это Сережа. А, нет, это не Сережа. Вот это Сережа. Вот это Гошан. Это все без мяса, без рыбы. Наоборот. Вот это Гошан. Супчики, видите, какие-то томатные супчики у него. Всякие творожки тут, всякие кускусы, рисы, огурчики. Вот тут тоже Сереженька идет. Там тяжелая артиллерия с рисом, с гречей, с мясом и с курой. А тут у меня тут яйца, кашки всякие. И в основном мяско и рыбки. Так. Всех гандонов сразу же блокирую, черный список. Так что пишите всякую херню. Так что вот так. И, конечно же... Оп, ну-ка. Это все гроуфуд. Гроуфуд. Растите еду. Еда растет дома сама, просто в холодильнике. Открываешь каждые два дня, она бах, выросла. Это очень удобно, бах, реально. Выросла. Мы сейчас все втроем будем проходить трансформацию. Ну вот, и у нас у каждого свой рацион. Да, Сереж? Да. Пообщайся с ними, пожалуйста, чуть-чуть. Yeah. С моими друзьями. Сколько их тысяч? Педик. Кто написал, что педик? Здорово. Можно чуть-чуть это? Здорово. Угу. Сырник. Салат.